EEM 2011 Cooler Strengths DM13. Кулер здесь. Перестрелка, перестрелка. Вот смотрите. Стрэнг сейчас мог сражаться на аптечке. Там был лежал полтинник, и он бы перестрелял кулера. То есть, такое себе. Сейчас у Стрэнгса нет шафта, у кулера шафт. Сейчас ракета будет. Хорошо. Сил занял позицию, стоит, ждет. Сейчас сначала армор вот этот появляется, кулер понимает этот верхний, где он появился. А шафтом, шафта же у Стрэнгса нету, Антоша. Испугался чего-то. Ну такое себе, оп. Дальше смотрим, что будет. Ракетки. Хорошо попал. Шафта нету, Стрэнгса еще. Сейчас красный появляется. Потом мига минут 15. Оп. Прятки, прятки, прятки. Мига. Мигу не идет кулер, блядь. Ну писец. На 100. Ёпты. Так, ладно, тут армор, здесь прятки. Тишина. Под лестницу попал. Фух, отбился. Хорошая ракета еще была. Хорошая. Поймал, поймал. Пиздец, кулеру. Нет? Нет, убежал. Мига. Отлично. Так, так. Узкий проход. С шафтом можно выходить за ракетой. Боится, боится. Все чекнул. 100 на 100, все можно воевать. Погнали. На, на. Перестрелял на ракетах. Все, мига. Умница. Сейчас только на шафт надо было бежать, забирать армор. А потом красный. Неправильный. Неправильно мыслит. Отдал армор на шафте. Вся красная, потом мига. Что он тут делает? Боже мой, он ловит на вот этих шардах. На, на, шафт. Ух, ну душами. Джамп, затем армором. Опять неправильно, мог сразу фраг сделать. На, добивай. Шафт, шафт, боже мой, шафт, блять. Все, смерть. Хорошо, на шафте армор лежит. Не дождешься сейчас сначала красный, 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 пожалуйста. Пиздец. На красный, пожалуйста, провались. Умница. Все, мига. Отлично. Так. Все под контролем, вообще идеально. Вот посмотрите, какая игра Quake Live была. Играли на чемпах. Вообще жестко. Вся разная. Часы справа. Идеально. Не то, что по центру часы.
Можно было, то есть, можно было и по центру ставить, и слева, и справа, кому как удобно. Здесь же все только по центру сверху. Но это же неудобно кому-то. Почему не сделать такую фигню, чтобы был выбор? Глупцы. Тишина такая, вообще кулер 200 на 200 ползет. Хоп, стрейфочек. Руки джамп. У кулера-то даже руки джампа получались, ёпты. Куда? Неправильно. Минус 100 зажал. Шап. Блять. Фу, пронесло. Прыгал, нормально. Сейчас верхний армор, потом мига. Давай, Антоша. По идее, я тогда уже играл, но я не помню эти демки, значит, не смотрел. На! Хорош! Так он подкрысил стрэнс, такой хорек. Жестко. Это все фов. Ёптеть! Охуеть, такая халява. Жесть, как он ее попал. Беги. Просто сейчас жесть произошла. Надо здесь на шахте. Нет! Как выжил, блядь. И просто вы сравните уровень. Вот я только что комментировал демку 2002 года, там Анкайн играл против, не помню кого. И вот сейчас. То есть там в проходе вообще ничего не попадали, а здесь только в проходе прям сразу, это 2011 год уже. Здесь в проходе прям сразу по лицу две ракеты дали. Прям сразу, моментально. А там просто все мимо. Дальше смотрим. Ой, хорошо стрейфанул. Видите, уже стрейфочки. Лево-вправо были. 2011. Какие? Здесь просто он с плазмой. Он, нету оружия. Здесь узкий проход. Это офигенно. С плазмой. Оп-оп. Смотрит, смотрит, смотрит. Чекает. Сейчас уйдет. Хоп, ушел. Как он выживает тут, конечно, жесть. 50 хп. 50 армора, точнее. Ползет, ползет. Крадущийся тигр. И вот эту обязательно, если будут там Quake Champions, как-то дорабатывать. Еще, но мне кажется, это уже все красней. Надо, чтобы с высоты хотя бы один хп, но отнимался. Потому что, ну, это такой. Ненормально, когда ты с самой высоты падаешь, у тебя хп не отнимается. Хорошо, 150 армором отжал, уже можно воевать вообще. Патрончики только надо было взять. А, у него максимум 150. Хорошо, хорошо. Так. Тишина, затишье перед бурей. Не, если, то есть он прекрасно понимает, если он пойдет за ракету, он сдохнет там. Подшафтил машинкой. Плазмы. Красная. Красная, ёптай. Красная, блять, ошибся. Надо было красную брать. Ладно. Мог бы красную взять и мигу изи. Сейчас после этого армора, скорее всего, кузов пойдет в атаку. Сейчас найдет где-нибудь его. Так. На. Можно, можно было.
хочет рисковать. Буршафталики вообще жесткие. Сейчас на красный можно проваливаться. Даже нужно. Отлично, и все, полный контроль. Шафт только пополнить внизу. Замечательно. Все. Теперь дожидаться Миги можно вон шпунж делать. 30 секунд до конца. Там нервы такие. Сердечко бьется. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Мигай, ёпты. Давай. Хорошо. Красный уже не взять. Тут забрал красный, можно было бы надамажить. Но. И вот вот такая нужна именно фигня в Quake Champions, чтобы был овертайм 120 секунд. Чтобы тип мог отыграться хотя бы. Там некоторое время. А то фраг сделал, все, ты победил. Но это не продумано, не продумано, нихуя. Тупорылые, короче. Сейчас здесь армор появляется. Оп. Ой-ой-ой, все, пиздарики. И вот, смотрите, у него еще шанс полторы минуты отыграться. Справедливо, справедливо. Последний шанс. Вот тебя убили, у соперника 200 на 200. Да, это у него преимущество нереальное. Но у тебя есть шанс все равно полторы минуты. Вдруг там за полторы минуты где-то лоханется. А не сразу, оп, все, ты проиграл. Ну, такое себе. Поэтому несмотрибельно. Особенно, когда еще соперник сделает камбэк за эти полторы минуты. Это будет просто бомба. Ну, для зрителя, который будет смотреть все это. Все просто запишут, как такое возможно. А в Quake Champions, ну перестрелка, перестрел, и все убил. Все понятно. Бред. Ну, тут хорошие ракеты были. Так, он его тут зажал, и все, дошафтить. Ну, все. Замечательно. Второй фраг. Здесь еще руки джамп. Не дать шаф взять. Преследует. Все, попался. Потому что тут голенький, без пушек. Смотрите, Quake Champions. Вот, ой, Quake, сравниваем сейчас. Quake Champions, Quake Live. Соперник без пушки. Это халява называется. Соперник в Quake Live, он тебя с машинки еще может пиздануть. Но это бред, не должно быть такого. И остается 30 секунд. И все, на этой карте Куль победил. Классные опять ракеты, смотрите. И дешафтит. Хорошо. GG. Плазма. 5-1. Что-то ну вообще без шансов. Не, ну там был шанс, конечно, Стрэнкс даже выигрывал. И вот опять ракетки. Стрейфочек, ракетка. Наламливается, сдох просто. Прикольная игра. Вторая карта, что там? Какая? Т7. 2, 1, 5. Я помню, у Стрэнкса одна из самых сильных карт была. Т7. Фух, здесь не повезло с респом Стрэнксу. И кулер сразу на красном и с этим резнулся и убил его. Здесь кулер зажат, должен Стрэнкс его убивать. Зря он спрыгнул, он мог его ракетами просто сверху захерачить. Посмотрим, что произойдет. На! Сейчас убьет, все хорошо. Вот справедливо, видите? Сейчас драка за красный. Сейчас на бортик надо было прыгать и шафтить его. Сейчас красный отдает. Подшафтил, у него уже релган. Сейчас уже неудобная позиция. Сейчас будут рейлить. Наказывать. Сейчас у Транкстера шафт появляется. Давай.
47. Отлично. Сейчас надо на красный рваться. Давай, 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 давай. 55. 52 даже. 53. На. Минус 100. Да ладно, надо на нижний желтый идти. Там еще эти. Чипсики. Чипсы съешь. Давай, ёптай. Что ты прячешься его? Пиздарики. Сейчас зайдет телепорт, подрелит его. Три Антона. Видите, смотрите, как он чуть-чуть пострелял, чуть-чуть задержал. То есть сейчас тот забирает Мигу, а этот красный не разменивается. А если бы это играл Эвил, Эвил бы пошел за кулером и убивал бы его. Потому что у Эвила преимущество. А этот не делает так. Вот так. 18. А тут же 25, а я считаю 30. Я уже все забыл сам. То, что армор в квиклаве 25. Опа, хорошо. Опа, отлично. Два релгана, все, не идешь. Два релгана в Quake Champions. Типа идет атаковать. Просто идет. Потому что он на ящерице. В ответ. О, 5 ралганов попал. 5 ралганов. Жесть. Офигеть, он попадал. Да, рел, конечно. Жесткий сейчас был. Непонятно, почему он не добил его. Надо прятаться опять. Хорошо. Сейчас телепорт зайдет, наверное, будет подреливать. Да, читаем. Все, 100 на 100 отожрал, 200 на 200 точнее. Можно крысить. Ждет свою жертву. Кулер потерялся с красным. Отогнал шафтиком. Забрал красный, сейчас мигульки. Ого. Одну попасть и убьет. Не попал, обидно. Ой, хорошо, хорошо, вообще отлично. Замечаловка, жесткие ракеты. Все, тут релган есть, шафт есть. Соперник уже не полезет. Потому что он голенький. Оп. Оп. На. И зачем? Зевота. И вот самое лучшее, что в Quake есть, это банки. Это банки. Зачем сделали этот триболт, непонятно. Банок накидал рандом. Напопадает, не напопадает. Триболт же, он столько может надамажить. Да. Неправильно это. Позиция хуже, видите? Получаешь пиздюлей. Quick Champions, какая позиция не была, можно получить пиздюлей. Ай. Ого, сколько попал. Все добивает Фрэнкс. Сейчас нападение будет происходить на красный. А, нет, он испугался. Потому что кулер в конце ему ракету на 100 попал. Замечаловка. Просто замечательно. Сейчас мига. Шафт и мига. Кулер это понимает. Опа. Ну, отлично. Красная.
Драка, драка. Лучший раскатал ракетами и добил еще труп. Ага, ага, ползет. Сейчас красная, потом мега. Ладно, скинул. Точнее, в одно время красная мега. Но должен через низ пойти и подрелить хотя бы. Сбить. Все забрал. Вот забрал, забрал мигу. Забрал, забрал, Антон. Оп. Подрелить разочек. Разочек надо. Укусить, укусить надо. Сука. Острые фочки, ни одна ракета не залетает. И теперь видите, видите, как можно было задержать просто, типа, как делается, перебив контроль. Задержал, и все, ты забираешь красный. Теперь кулер, скорее всего, будет возвращаться на мигу. Там забирать армор и ждать мигу. Ой, он занаглел, он спиздил этот армор. А Стрэнкс тупо сыграл в узкий проход. Пошел и получил две ракеты. Сейчас может сдохнуть. Все, еще подрелит его. Неправильный угол. Взял. Мега лежит. У Стрэнкса нет ралгана. Скорее всего. Да, нет ралгана. И этим надо пользоваться. Сейчас в телепорт надо зайти. Зря делает. Сейчас нападение будет происходить. Ой, жесткая ракета. Но он не взял красный. Если взял красный, тогда выиграл драку. Жестко. Сейчас армор, потом мега. Ой-ой-ой-ой. Надо задержать как-то на меге, чтобы спиздить красный потом. Как-то надо задержать. Мега лежит. Стрэнкс лоханулся с пушкой. И сейчас можно на красный пробежать. Да. Хорошо, хорошо. Все, пробежал на красный. Замечательно. И можно было вообще на ралган уходить. Ну, Кулер сейчас шафт возьмет и пойдет на тот армор. Самое главное, тот армор сейчас не отдать. Нет, он дает тот армор и сейчас даже за рулганом не пойдет. Он крысит в узком проходе. Сейчас в одно время и мигай красный. Кулер на красном будет стоять. Видите? А Эвил бы побежал прям на кулера. Отлично. И опять они в равных условиях. Только у Стрэнкса там где-то 100 армора. Но зарубы классно, прям вообще. Оп-оп. Все смотрится на шифте. То есть, а толку-то от... Ну, я понимаю, толк есть в Quake Champions от шифта. Но если тип может рокет-джампом делать... Ну, рокет-джамп сделать, и как бы... Такие обманки обычно делают в Quake Champions. Рокет-джамп делают и залетают ТП. И то есть, слышно рокет-джамп, а ТП-хи не слышно. Вот сколько раз такое было. Но это бред, такого не должно быть. То есть ты на скорости влетаешь за спину типу, а звука нету, то что телепорт, телепорта, и тебя уже ебошит спину. Ну это бедятельно. Тут же каждый шажочек слышно. Пофигу, что игра там, например, херовая, Quake Champions, ну, потому что баланса там нету. Ну, лично для меня, не знаю, как для остальных, нет баланса. А, ну хотя бы звуки тогда сделайте. Звуки вот такие же, как просто, и все. Почему нельзя сделать? Нет, сложно. На. Эх. Опасность. 4 ракеты всего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жесть, он его шафтил, ебать. Он его просто прижал к стенке и шафтил, ебнулся. На. И вот все пизда кулеру. Сейчас дошафтят его. Не. Жесткий шафт. Минута до конца. Сейчас надо красный как-то отбить. Отбил красный. Хорошо, есть шанс. Можно. Полтинник еще лежит. Надо попадать рейлом. Хотя бы один попасть надо и атаковать. Ой, блядь, сука, какая ушла.
Блять. Сейчас красная. Вот все кулер. Скорее всего проигрывает. 99% то, что проигрывает эту игру. Да, красный отдал, Мингу сейчас тоже отдаст. Обида, просто обида. Ладно, Мигу забрал. Здесь армор. Вот он, 30 секунд последний. Что будет делать? Надо как-то протаковать. Хорошо, еще надо один. А он там же остался вниз, ушел. Сейчас драка будет. А, нет, он ушел. Жесть, он просто убежал. 15 секунд. Все, не найти, он на шафте. Он на шафте. Он спрятался. Где-то там. На шарте. Да, он. Импреда. Обида. Но мог выиграть. О, вот это вообще легендарная карта. Кто помнит эту карту? Она вообще просто бомба. Как же она называлась? Там, короче. Блин, не помню, как она называлась. Даже не помню, серьезно, как называлась. Но она мне вообще очень нравилась. Жесткая карта. Прикольная. Дисмемберман. Дисмемберман, точно. Дисмемберман. Погнали. Тут две ракеты. Это вообще имба. Все карты в Quake Live, все по-разному. Две ракеты, там еще чего-то. Релган на центре, там Мега на центре. Как чемпион, все одинаково. На, шаф не дает. И тут тот с ракетой, и тот с ракетой. Этот с шафтом, тот с релганом. То есть вообще жестко. Этот с красным, тот с мингой. Вообще просто баланс жесткий. Минус 100. Драка за красный. Кулер идет, получил минус 100 и идет. Так, зажал его. Кулер. А мы теперь астренка смотрим вообще. Дрелган забрал. Замечательно. Все в равных условиях. Драка на пьедестале. Кулер больше нападал и промахнулся вообще с Релгана. Драка. Шафт. Все, пиздец, Стрэнкш. Нет, он отвоевал. Просто отвоевал. На, в глаз. Там вообще нет хп, скорее всего. Сразу на Релгане резь. Пошел рашить. Вот это ошибка. Здесь можно отдаться. Сейчас Мега. Минута 17. Куда бежит? Неправильные действия. Мигу отдает. Но должен забрать красный. Подрелить хочет. Кулер Мигу забрал. Сейчас будет проконтролировать. Руш. Все. Чипсы надо ждать. А чипсов нет, да, в Quake Champions? Маленьких арморчиков. Не, нету. Там вылетают маленькие арморы из трупа, точно. Которые нахер не нужны. По сути. Сейчас красная, потом Мега. Давай, Стрэнг Сявый. Все. Кулер идет контролировать. Минус 100. Опасность. Еще минус 50. И сейчас Мега. Мега лежит подрелить. Под шафти. Куда? Куда? И Кулер берет Мегу. Сейчас побежит сюда. Сейчас накажет, Стрэнкс. Сейчас накажет. Вот, идет. Зажмет его здесь в проходе узко, мне кажется. Нет. Сейчас красная. Кулер убегает. Подшафтил чуть-чуть, напугал. Красный забрал опять Стрэнкс. Постоянно Стрэнкс красный забирает. Кулер так еще от дефа играет. Ну то есть, пока все не спиздит, не украдет, не будет атаковать. Сейчас появляется Мега. 28-30 примерно. Все, драка за Мегу. Мега. Сзади Мега. Оп. Отлично. Красная. Драка за красную. Принимала вообще будет. Надо атаковать. 150. Давай. Ну попади. Попади паклями своими. А, у него же сенс был маленький. Он вообще с ракеты нулевой. Точно. Ты кулер просто там засел. Вообще не... На.
Никак он не может его, потому что ракета кривая и мозгов не хватает как-то протаковать. Хорошо, смог, смог. Еще добил такой. Ха, я помню, люди бесились, когда труп добивали. Я постоянно сделал себе специально трупы и добивал их. И сейчас ой, мега. Мега, ёптать, а он плохо считал, ты еще точно. Второй токсик. Стрелял хорошо, плохо считал. Отдал мигу, наверное. Да, отдал мигу. Интеремон. На. И кулер идет по агрессию, агрессор. Все, пипец кулеру. Отлично. Жестко, жестко. На, на. И мига лежит. Пам-пам-пам. 3-1. Транкс выигрывает у кулера. Кулер на ракете резается. Сейчас надо что-то придумывать. Я помню, я тут постоянно делейл красный на этой карте. Постоянно. То есть я здесь резался на этой стороне карты. Если на этой стороне вот красный, бежал сразу за желтым. Забирал желтый. Только потом забирал красный. Я помню, продумывал всякие ходы. Штуки-дрюки делал. Хлоп-хлоп. Не понимает. На. Мига. Отлично. И на красный. Ой, много навыпадал. Много. Сейчас сверху еще ракету долбанет ему. На. Сейчас желтый. Да допрыгнуть даже не можешь. Сейчас желтый, там потом мега, Валентин. Эх, вообще не понимает. Просто не понимает. И сейчас такой момент кулер делает. То, что сейчас мега и красный в одно время. Стрэнкс, глупышка. Все. Кулер заберет сейчас красный. Но тем не менее он выигрывает 3-1 и как бы ему пофигу. Теперь он понимает, что сначала красный, даже можно не считать. И здесь уже занимать позицию за 15-10 секунд. Сейчас в 30 она появится, потом он пойдет до 27. Тишина, спокойствие. Вот видите, пешком просто идет. Еще мига. Драка за мигу, здесь постоянно такие бои. Один с этой стороны, другой с этой. Шафт. Надо было снизу сзади. Все. 40. И сейчас опасно, можно подрелить. На. Хорошо, Антон. И здесь респаун. И он 3-2. Сейчас надо к стрэнксу одну попасть. Ай. Жестко кулер попал. Не попадает стрэнкс. Теперь сейчас красный, потом мига. Хотя нет, все в одно время, они же шафтились. Да, Стрэнкс сейчас заберет красную. Подрейлить разочек. Ух, в ответку попадает. Стрэнкс без шафта, такое себе. Сейчас за шафтом пойдет. А, нет, с шафтом. Чё-то туплю. Оп. Отлично. И все, сейчас мига. Он неправильные действия делает. Он сначала туда ушел, потом туда. Здесь подшафтить можно. На. Хорошо, 200 на 200. Но кулер разбивает ее. Кулер ее сбивает, мигу эту. То это забирает армор и драка за красный. Но... Как ты будешь атаковать? Тебя заблочили ракетами. Все, уже никак. Здесь подрывить на жампаде. Вот сейчас засек мигу, то что она следующая 55 появится. Так,
даже 45, да, даже 25 армор. Так. Ждет, ждет, ждет. Опа. Тишина. Затишье. Как будет кулер его убивать? Или стрэнгст победит? Я не смотрел эту игру. Типа тишина, затишье. Оп, оп, оп. Такое вычисление идет. Жесткое. Тут остается до конца 2 минуты. И в 15 как бы красная. Все, бегать, мальчик. И тут мига. Зайдет телепорт, умрет. Здесь армор. Хорошо. И кулер пошел за тем армором. Только сейчас украл его, и появится 55. Ой, подшавчивает сильно. Стрэнгс потерялся с армором. И сейчас что будет происходить? Сейчас кулер заберет мигу и придет 55 сюда. На. Нет, он подрелил его и ушел спокойно на мигу. То есть он плюс для себя сделал. И теперь на следующем арморе Стрэнгс не повоевать за этот, за красный. Никак вообще. Ему надо отсюда убегать. Идеальное преступление на армор. Сейчас кулер забирает красный. Сейчас теперь желтый вот этот появится, а потом мега. Вот этот желтый и мега, пупсик. Все, мега в 30. А тут уже на подловчике. Убегает. Убежал. И только в 35 кулер его забрал. Теперь красный. Тут 100 на 100. Надо его зажать как-то. Будет дождаться этого армора до конца уже. Ебать, заруба. 10 секунд мига. Атакуй, пожалуйста. О, все, после миги можно. Блять. Отлично, все, драка. Лучший. Так, опять 1,5 минуты. Не пропускай к шафту. Пропустил. Сейчас в одно время красная мига. Ждет, ждет до последнего. Сейчас подрейлит, наверное, его снизу. Ай, хорошо, сбил. Но здесь все равно армор. То есть у него остается минута на камбэчную. На, габаночку. Вот это вообще банка зарешает много. Сейчас убьют его здесь. Сейчас убью. Все, он смертник тут. Почему Антон не добил его? Давай, гаси. Решу. Ай-яй-яй, бежать на полтинничек лучший. Гагули, пули, бабули. 30 секунд, 6-3. На, на. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, тут остается 15 секунд. Мы все прекрасно понимаем то, что камбэчно не будет. На, еще одну. ГГ. Там еще что ли карта? Да, там еще карта. На, аэроболк. 3, 2, 1, fight. Ай, тот что на шотгане появился у этого Стрэнгса лучший рец. Сейчас пропрыгнуть с одного прыжка надо. С одного. Сейчас будет рейлить. Пиздец, уже не пропрыгну. Сейчас... Даже не подрейлил, странно.
Стрэнкса к шафту не пропускать хорошо. Ай, подрейлил, сука. Я помню, у Стрэнкса сильная карта, еще аэролог была. Ой, отстрейфил. Отстрейфил как жестко. Просто отстрейфил. Пиздец. Вообще мега 40. Блочит. Сил забрал мигу. Замечательно. И этот армор сейчас заберет. Только на сралган, наверное, попадут. Нормально. Ракету, ракету надо пополнить. Нет, 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 нет. Он сейчас шафтит, у него шафтечки тут Антошенька, ебаный в рот. Просто ракетами даже забил. Теперь за мигу не подраться. Сейчас сначала этот армор, потом мига. Все, мигу отдал, мне вот 15. И красный забирает, шафт не дает стрэнкс никак. Шафт не взял. Фу. 50-50. Эти мега. Надо как-то додамажить. Как-то надамажить, просто что-то придумать. Никак. Сейчас драка за красный. Мало армора. Если 100 на 100 уже можно воевать, 100 на 100 нету, нельзя. Хорошо. Банки, банки нужны. Банки, склянки. Ого, жесткий рейл. Очень жесткий. И опять убегала, убегайла. Засек. Следующая ровно в 3. Блять, блок лицом. Че, пиздец ему. Да, 2-0. Тут сразу наказали тебя. Из реалити. На. Ай, блять, все, пиздарики. Неправильный выбор оружия. Жесть. Мигав ровно. Кулер еще умирает. На. Он уже агрессивничает, кулер понимает то, что надо что-то придумывать. Надо сейчас фрага сделать вот за эти 2 минуты до 5 минут. Дальше будет сложно. На, еще он рейлит, ебать. В ответку, ладно, хоть попал. Здесь армор. Армора на карте вообще нигде нету. Например, если в Quake Champions сравнивать, Quake Champions, армор бы в другой карте 100% лежал, а тут голенький. Тут некуда бежать, тут надо что-то придумывать. Мозговитку включать. Смотрим дальше. Ой, минус 100, еще минус 50. Сейчас мега появляется в 35. Этот армор обязательно нужен, он 25-ка. Никак, и он забирает мигу. Ой, минус 100, хорошо, сейчас красный появится. Надо, хорошо, забрал. Повезло, что не попал. Умник. Еще попал, ебать. Жесткие рейлганы. И сейчас появляется в минуты. Ой, 4.11, там что-то такое. Все, мига. Мига, Антон. Он идет на красный. Забирает мигу. Хорош. И драка. Драка. Давай, надо, ну это. Попадает в стол, ебаная Настя. Хорошо, размотал ракетами. Тот сразу убегает. 82. 2 хп держит рейлган. Сука, как? Жесть. Сидит тупорылик. На ракету, на. Одну попасть. Хорошо, 11. Где аптеки взять? Пистаролю. 5-2. Жесть. 50 мега. Они разменялись. У кулера лучше респ, но он не туда упал. И красный мега остается стрэнксу. Пиздец. Ну как? Как? Такая халява. Точнее, не халява, кулер сам сейчас налажал. Хорошо.
Ай, блядь. Ладно, держим. Еще надо один. Сунуть ему. Сунуть надо ему. На. Блядь. Пиздец, перестреляли. На одном месте стоял. Сейчас красная. Красная Антоша. Пизда рулю. Сейчас за мигу не подраться. А, еще мигу спиздил. Сюк. Стрейф, стрейф, стрейф. Пиздец. Пиздец. Вообще 4 хп. Он пытается, пытается, но ничего не получается. 8. Сейчас задавит его. Причем чувствую. Эх, не попал. На. 7-2. Да, рулю. Мига. Куда? Он неправильный выбор оружия сделал. На ракетах начал сражаться. Включил бы шафт, выиграл. 7-3. Хорошо, можно. Камбэч на Израиль. Сейчас шафт взять. Просто взять шафт, красную, и все, можно. 4 минуты, изи катка. Можно делать. Погнали. Полный контроль карты у тебя. Он с баночками только. Хорошо. 3 фрага. Он на шафте, там только аптеки. Полный контроль карты. Подрелить разочек надо. Антон, сейчас мига. Блять, мига, он сейчас мигу спиздит. Антоша, ёбаная Настя, нахуй, куда? Крушу! Повезло сейчас, очень жестко повезло. Погнали дальше. 7-5, 2 фрага. Еще попадает на респе, сейчас зеленый. Точнее, желтый, на. Телепорт сейчас зайдет. Хорошо, еще. За шафтарики. Нормально, один фраг. Он еще на рылгане, респаун у него. Так, не пропускать, не пропускать. Сейчас красная, потом мига. Давай, 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 давай. Давай. Блять, мигу сейчас отвоюет. Вьетконговец. Он испугался, сяку-масяку сделал. Все, к шафту не пропускать. Блять, ошибка. Пропустил к шафту, сейчас занять быстро, драться. Драться за красный, драться. Хорошо, шафт, шафт, пожалуйста. Шафт, блядь. Ракетами размоталась за стрейфочков. 7-7. Блядь, не стреляться, просто за армором сходить. Погнали. Этот армор, потом Мигулькин. Блядь, еще попадает, ебаная Настя, жаба. Фу, неправильно переключился, перешафтарики. Все красное. Давай, 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 давай. Еще рыл. 9-7. Жесть. На. На. Здесь армор. Здесь армор, он прекрасно понимает. Шафт, шафт нужно пополнить, потом красное. Блять, попадает жаба. Полторы минуты. Отдать красную, забрать мигу. Да, правильное решение. Блять, мигу не взять. Секунда, просто секунда. Ладно, живем, хилимся, живем. Блять, стрейфочки, стрейфочки зарешали сейчас. Не держим. Аптека вот это решающая. Хорошо, зарешал. Держим 80. Тише, дышим, дышим. Тяжело. Здесь армор. Блять, не дает. Минуту, минуту надо. Прятки. Ой, стрейф. Блять, бежим. 50 хп, бежим. Армора нету. Здесь хпшечки. Все, убегаем. Убегайла. Ой, давит, давит, жаба. Нет. Повезло то, что ракеты заспамил. Его откинуло. Как выжить? Опять, а, все, держим. Замечательно. Прятки, прятки, прятки. Хоп-хоп. На телепорте постоять. Хоп. Он туда заходит, ты сюда. Ты, он туда, ты сюда. И опять телепортейшн. Блять, не держим рулган. Ай-ай-ай, больно, больно, блять. 20-20-11. 10 секунд до конца. 5 секунд. Сейчас убьют. Сейчас убьют. Жестко. Вот эта игра. Мне понравилась.
Алам.